спортивном комплексе «Динамо» прошел второй турнир по самбо памяти мастера спорта СССР по самбо и дзюдо, заслуженного тренера Кыргызской Республики, судьи международной категории экстра-класса Николая Михайлова. Сотни воспитанников Николая Петровича становились победителями и призерами первенств СССР, Европы, Азии и мира. Среди его учеников Владимир Вишнев, Виталий Гордеев, Александр Ларионов, Артур Сон, Игорь Ан, Мурат Баймулдинов, Андрей Тупик, Нурлан Таканоев, Рапиль Жашибаев, Тумен Санжиев и многие другие. Он подготовил сотни мастеров спорта Советского Союза и мастеров спорта международного класса. В честь этого замечательного человека и проводится данный турнир, в котором участвуют и юноши, и девушки. Организатором соревнований выступило физкультурно-спортивное общество «Динамо» в лице первого заместителя председателя Каракула Мадалиева. Согласно календарному плану общества «Динамо», проводим второй раз турнир по самбо, посвященный памяти полковника Михайлова Николая Петровича. Соревнования проводятся уже в течение двух дней, сегодня заключительный этап. Также свою лепту внесли ученики Николая Петровича и почетные гости турнира. Этот человек не только кыргызский спорт, он и армейский спорт поднял на высокую планку. За время командования спорта внутренних войсках выросло много воинов. И в целом он поднял и коллектив, и в дух. Боевую готовность внутри войск. Я думаю, что никогда ученики этого не забудут. Среди них чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике Рапиль Жашибаев, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майор Асанбек Алымкажоев, заслуженный тренер Кыргызстана Александр Ларионов, почетные президенты Федерации самбо Кыргызстана Мурат Баймулдинов и Нурлан Таканоев. По словам организаторов турнира, на следующий год эти соревнования станут международными.